Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. Мы с тобой продолжаем играть в Roblox, и это вторая глава. Да, в общем, по цветам Color или Die. В общем, вперед, ребята, вторая глава, 10 секунд дается. Ля, как Дорс уже, какой-то Дорс. Так, чуваки, что, погнали? А тут, походу, кто, короче, не прошел эту главу, понятно, понимаю. Целых два братка сейчас смогут, ребята, Ренатик и я. Смогут ли они пройти? Залетай, родной. Залетай, все, лифт пошел. Сейчас мы поглядим, что тут будет. Что же во второй главе? В принципе, первая прикольная была, но муторно было, честно. Так, нажми, чтобы открыть. Погнали! Хорош! Ух, что это за... Что это, блин, такое? Офигеть, жесть! Претензия! Пройди игру, чтобы открыть. Угу. Туториал. А, мертвый. Ну, замечательно. Прям вообще замечательно. Хорошо, начинается, ребята. 13 цветов. Как-то... О, да тут, смотри, тут можно как бы это, вон, пройти. О, тут какой-то братишка. А, мы попали, я понимаю. Короче, мы, если что, на паблик попали. Ну, в принципе, нормально. Ренатик, давай, короче, держаться вместе. Я предлагаю держаться вместе. Вот, только один вопрос, куда Ренат ушел? Куда? Блин, в этой игре, конечно, ребята, только персонал. Нужна карта, чтобы пройти. Так, нет, это не Ренат. Зато вот я нашел, кстати, ты становишься ближе. Это замечательно, это хорошо, ребята. Вот еще тут, если что, можем скрываться. Давай на максимум поставим звук, чтобы слышать. Хотя мы не только слышать будем. Ля, проволока идет. Пацаны. Это что? Это что такое? Какие-то детеныши появились, братан. Тебя поймали. Нифига себе, это что? Это какой-то детеныш меня типа спалил или что? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что это вообще такое? Что это, блин, такое? Погоди, какого фига? Не понял. Ну-ка, почините кабель. Ля, электричества нет, ребята. Так, ладно. Вот. И чё? Здорово, братан. Ты чё, батю своего зовёшь, что ли? Я не понял. Да отвали ты от меня! Чё ты ко мне-то привязался? Ё-моё. Так, здесь нужно это, я понимаю. Блин, сначала попробуй найди. Попробуй найди 2 из 13. То есть нам надо, видишь, кисточки. Так, допустим. Он так забавно прошел. Чисто как будто я. Между... Ну, вот так, опа. Так, хорош. Хорош, ребята. Также секретики. Тут всякие секретики, да. Бля, чуть-чуть там. Найдите инструмент. У меня что тут? Майнкрафт? Ребята, куда мне эту? Куда мне эту кирку? Вам ты шо? Так. Все, сюда. Главное, чтоб... Там мелкий говнюк! Да, прикинь. То есть он как бы палит. То есть он ему помогает. Что в третьей главе будет, я не знаю. Я даже не знаю, чуваки. Что там вообще? Так, ну ладно, давай, почесали. Во, братан, спасибо тебе огромное. Ля. Хорош, розовый. Так, отвертка есть, пацаны. Отверточка есть. Это кайф. Так, а это значит мы без краски. Мы без краски, пацаны. То есть нам сейчас нужна вентиляция. Чисто ищем, палим. Вообще, по идее, конечно, с братаном каким-нибудь ходить и все. И нормально будет. А так в одиночку, конечно. Ребятки. Так, что там, где там? Так, Ренат. Понял, помер. Умер, Ренатик. Желтый. Вот, этот уже карту нашел, смотри. Этот уже карту нашел. Вот это, конечно, бесит, когда челы, короче, они там, блин. Так, зеленый, так, окей. Так. Ага, что-то, по-моему, что-то нашел. Где? Ага, сзади. Так, тут нужен ключ.
Тебя поймали. Понимаю, понимаю. О, ля, нашли, нашли, слишком легко. Так, что теперь? Опять оранжевая, оранжевая, пацаны, оранжевая краска. Теперь можем прятаться, это замечательно. Это замечательно, хорошо, давай смотреть, глядеть. Ключ, зеленая там, все, окей. Давай, 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 смотреть, смотреть. 413, понял, понял, там, там, да, наш братишка. Пожалуйста, только без мелкого давай иди. Да ну нафиг. Да мелкий. Ах ты крыса вонючая. Ах ты крыса вонючая. Ну все, и чё? Чё, он за мной сейчас полетит? Да не должен, да не должен. Пацаны, поможите! Бля, давай-ка сюда. Тут можно спрятаться, да? Да, смотри, оранжевая, хорош! Хорош, 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 хорош. Так, что у нас теперь? Желтая краска. Какая-то кирка, смотри. Я, в принципе, знаю, куда она, кстати, это. Бля, ну это не та кирка. Это не та кирка, о которой мы думали. Это просто нарисованная. Так, что у нас здесь? Давай поглядим. Бля, все растегали. Еще один. Так, найс. Блин, иди нафиг, иди нафиг. Я не собираюсь тебе отдавать мой цвет. Да, нашел желтый. Так, хорош. Хорош, чуваки. Желтенький мы с тобой нашли. Так, что у нас дальше? Что это такое? Динамит. Блин. Ладно. Ладно, ладно. Бомбочка такая вот небольшая, ребятки. Попробуем подумать, куда ее там применить. Ну, конечно, за мной, крыса вонючая. Теперь я понимаю, братишек. Мы первую главу как-то вообще так хорошо прошли. Вторая очень бесит, когда особенно ты проигрываешь 200 раз. Так, динамит, да, нашел. Сейчас кирку будем скоро получать. Что за дичь? Я уже Пицца Тауэр даже прошел намного быстрее. Да. Ладно. Ладно, пацаны, все норм. Все норм. Не, в следующий раз я просто покупаю жизнь дополнительную и все. Реально, так чутка мы играем, там минут 30, и я дополнительную жизнь сразу беру. Пофиг, даже две. Нахрен. Нахрен. Рили. Офигеть, Ренатик уже наконец-то, смотри-ка. Пурпль нашел. Сука, а, идет, идет за мной, крыса вонючая. Иди нахрен. Мышь немытая. Братишкам спасибо, кстати, за советики. Так. Где эта хрень? Синяя, да. Да, да, да. Мне до синий, как до луны, ребята. Да, братишка, спасибо, что подождал.
Мне кажется, уже первую главу многие прошли. Чисто, мне кажется, уже прошли, могли бы спокойно присоединиться к нам. У меня есть чувство такое. Пока мы тут хренью страдаем. О, майва, да, лучше давай-ка сюда, братишка. Ну, конечно, конечно. Конечно, упали. По-нормальному, братан, будем все-таки идти, да, лучше по-нормальному. По спагетти. Давай. Понимаю. Ладно, выеживаться и торопиться не будем. Ну, конечно, выеживаться будем! Узрозу, а? Ну-ка, давай-ка сюда, сейчас чисто резко. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот дичь какая. Не знаю, зачем я нажимаю, кликаю так. А вот это что за этот? Ну, куда-ка я так пойду? Вот это вроде неплохой путь. Путь. Вот такой свободный. Ой, легкий. Так, ладно. Ну все. Ладно. Ой, боже мой. Боже мой, мама. Бродяга, если в лист заходите, то... Так, что говоришь? А, понял тебя. Я понял. Так, ладно, остается немножко, ребята. Тихо, ха. Синяя, да, сейчас будет? Да. Так, все, это я помню. Давай, братишка. Да, я прошел. Офигеть, ты прошел первую главу, красавчик. Так, ну что же, погнали? Братан, давай. Это я помню, дичь. ПВЗ будет? Ну, конечно, будет. Куда мы денемся с тобой, а? Так. Надеюсь, браток не умрет. Я что-то слишком разогнался, пацаны. Извини, пожалуйста, я просто разогнался, я уже заколебался, понимаешь? Понимаешь, почему я так разогнался? Потому что я заколебался. Надеюсь, ты помнишь, где синяя. Не, где-то либо тут, либо там. Ты же, походу, уже забыл. Братан, мне придется искать тебя. Не, она где-то... Где-то она тут была. Синенькая. Хрень. Да, блин, беги, блин, дебил. Красавчик. Ля, все синие. Блин, да где? Твою дивизию, братан. Помнишь, я как-то так ходил, и она синяя где-то тут была. Где-то вот тут, тут была, сука. Я не могу, ребята, ругаться хочется. Не хочется ругаться, не хочется брониться. А на самом деле брониться и ругаться хочется еще как. Отвечаю, чуваки. Вот она, слава богу. Слава богу, нашел. Братан, ты где? Тут свечку надо реально ставить, ребята, походу. Я не сбежал. А что там, типа, можно... Там нужно несколько раз еще проходить? Типа, концовку хрен еще получишь или что? Что это значит, я не сбежал? Что это значит, ребята, объясните. Блин, да иди ты нафиг. Ты говнюк вонючий! Охренеть. Прям за мной. Смотри, чекай. Короче, погнали. Там ему испытание попалось. То есть, смотрите, там либо испытание, либо концовка.
Офигеть. Офигеть просто. Ах ты, крыса, вонючая, да боже. О. Так, ну чё? Он его не прошел, а куда идти? Давай. Где-то тут. Где-то тут, я уже сам, блин. Хожу. Уже такими путями, блин. Там, что ли? Вот какой-то чел, смотри. Понятно. Куда я тебя привел? Так. Тут не то, не то. Сука, тут, блин, в лабиринте. Какие же просто лабиринты тут. Да он еще, блин, эту не нашел. Погнали, братан, еще раз. Ну погнали еще раз. Да нет, паутину-то я помню. Погнали, за мной, за мной, за мной. Сейчас найдем листы. Что тут синее было? Вот смотри, безопасная зона. Да, это кайф. Вот сейчас за мной. Погоди, погоди, погоди. Где же синяя-то, зараза? Вот, ну я же помню, где-то она, знаешь, так хитренько так. Где эта крыса вонючая? Ну только что вот как-то мы искали с тобой. Да ёшкин кошкин, ну как? Как мы найти-то не можем? Во-во-во. Слава богу, еле как. Боже мой. Ну давай к паутине. Охренеть. Это уже не смешно. Это уже не смешно, я уже не могу. Я же не могу, ребята. Ой, боже мой. Давай, брат, вперед. Попью водички. Угу. Пицца табер быстрее будет, что ли? Я прикинь, вообще сегодня рекорд установил. Вообще босса меньше, чем за 20 минут. Ну, конечно, сука, впитала меня. Короче, меньше, чем за 20 минут прошел, а уровень за 40 минут. Ну, чуть меньше. Капец, сегодня вообще пицца тауэр просто на изи отлетела. Какой-то сраный, блин, вот этот вот не могу пройти, прикинь. Ну что за жесть? Ну что за жесть? Ладно, сейчас пройдем, сейчас пройдем. Карта, 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 карта. Что в магазине продается? Может быть... Ага, ага, дополнительная жизнь, беговая обувь. Точно. Точно, купи сейчас все это. Ребята. И прикинь, кстати, одной кисточки нет. Это влияет как-то на концовку или что? Мне интересно. Братан, хрень там не неси. Пожалуйста. Карточка вроде как справа где-то там нужна, да? А, рядом с безопасным. Ну, короче, погнали. Давай, братишка, а то иначе мы сейчас год будем туда ходить. Ля, он, конечно, за нами. Конечно, за нами. Естественно, естественно. А, да-да-да-да, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот-вот-вот-вот. Точно, точно, точно. Ой, мама. Давай, погнали. Ай.
Хорошо, представь, просто на секундочку представь, если бы здесь жизньки кончались бы, прикинь просто. Уии! То есть мы бы сдохли, и с самого начала надо было бы начинать, прикинь? Просто жесть была бы. Так. Блин, надо как-то аккуратненько, пацаны. Так. Спокойненько. Аккуратненько. Колечки вонючие. Вонючие колечки, ребятки. Так, лом берем, погнали. Господи. Господи, родной. Боже мой, ты помнишь, куда вообще лом? Это, по-моему, куда-то в желтую или в синюю, я не помню. Или, погоди, или вентиляция. Так, по звукам там кто-то сдох. Значит, идем туда, конечно же, ребятки. Конечно, идем туда. А че нет? Ачивку я не буду. А, нахрен. Это вам не скибиди туалет смотреть, пацаны. Я уже заколебался. Брат, давай бри. Думай, соображай, куда нам сейчас. Нам надо в середочку? Давай, погнали. Братик, давай, думай. Think about. Давай, братишка. Ресносик там заново начал. Ой, блин. Но он типа не прошел испытаний, поэтому это... Погоди, куда там? Не сюда? Родной, не сюда точно? Не сюда. Все, погнали. Нам налево. Понял. Давай, обстановка по кайфу. Давай уже завершим это, и все. И все, братишка. Давай. Нет, обратно. Мама, еще прикинь, так бы сдохнуть. Ля стоит, что вырос. Сейчас ТП. Нет? ТПшечки не будет? Блин, эта крыса за нами, кстати. Но нам похрен. Мы идем сюда. Как-то я долго, смотри. О, ура, ребята, боже, мы взяли ключ. Так, пацаны, отлично. Куда нам этот ключ? Боже мой, наконец-то, боже, мама. Мы пройдем это, ребятки. Мы должны это, обязаны. Фух, теперь ждем, когда проволока уйдет. Реально. Все, ладно, погнали. Все по кайфу, все хорошо. Ребята, нам надо чисто... Да, братишка, не манси. Все нормально будет, не ссы. Так. Может, вы пройдете? Может, мы пройдем. Знаешь, было бы забавно, если бы он написал. Может, вы пройдете? Может, я верю в вас. Так, давай. Может, реально пройдем, а? Пацаны. Охренеть. У вас есть все, чтобы должны... О май гаш, бэйби! Есть, отлично, чуваки, наконец-то, боже мой. Давайте, ребята, мы должны это сделать. Погнали, родной. Ну шо, испытания мне не надо? Ой. Ля, где мы? Братиш, нормально все? Погнали. Главное не упасть. Красочка. Походу испытания, ребята. Чтобы достичь конца, ты должен найти начало. Ладно. Окей, ребята. Главное сейчас здесь не сдохнуть. И музыка-то клевая вообще. Сейчас чекай, вдвоем мы сразу... Надеюсь, что нет. Проволока где-то там ходит, поэтому... Не, проволока где-то, кстати, тут ходит, если честно. Ля! Нормально так.
Вон. Вон-то крыса вонючая. Братан, что будем делать? Что будем делать? Ой, блин. Ой, блин. Блин, 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 блин. Так, ага, она тут. По идее, не должен сюда зайти. Ну, блин, он... Ну все, он уже ушел, 100%. Нет, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп. Да сука, а че он ходит кругами-то? Именно такими. Так, по звукам что-то неладное, да? Так, ребята, безопасная зона. Отлично, боже мой, отлично. Так, ну что? Ну что, друзья, какую дверь выбираем, ребята? Прав... Ух, блин, как-то их много. Я сюда. 9. И что мне надо сделать? А что, испытание? Осторожно. Охренеть. Охренеть, братан, нормально тут. Бедный братишка. Ты сбежал. Плюс 2 победы, x2 победы, плюс 4. А, не-не-не. Вернуться в лобби. Так, и что значит это? Все, пацаны, мы прошли. Не понял. А концовка где? Все? Это концовка? Это все? Блин, ну в первой части как-то было поприкольней. Или типа это либо испытание, либо концовка, да, ребята? Все, ты прошел. Ну блин, я ожидал, конечно, большего. Ладно, ребята, обязательно ставьте свой жирненький царский лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.